Добрый вечер. Я тоже так умею, да. Ну, как обычно, спасибо всем, кто пришел, невзирая на эту жару невероятную. Хотя неудивительно, сегодня концерт действительно долгожданный. Объявила я его официальным закрытием сезона. По одной простой причине. Ну что можно уже после Труханова? На самом деле можно, но об этом я расскажу позже. То есть это последний из обещанных мною концертов, из моих громких обещаний. Честно сделанное будет сегодня. То, что было обещано тихо или для себя, это еще осталось. Что-то состоится, что-то нет, к сожалению, все я сделать не могу. Сереж, ты уже готов? Ну, в общем, можно, да. Тогда я, пожалуй, не буду вам представлять Сергея Труханова. Есть надежда, что здесь его многие знают. И просто освобожу сцену.